Так значит, вы мисс Совершенство из Канады? Не стоит афишировать мое имя. Я путешествую инкогнито, и никто не должен знать мое местонахождение. Ну, сейчас вы в Альпийских горах. Что вы здесь делаете? У меня есть кое-что очень важное. Я нашла это в мусорном ведре иностранной компании «Смелли». Важное в мусорном ведре? Лучше заняться вышиванием, чем проверять мусорные ящики. Очень тяжело. Мусорные ящики – это часть нашей шпионской работы. Смелли – это иностранная компания, которая занимается грязными делами. Ах, да, конечно. Джеймс Ли, вы должны доставить этот пакет с мусором в штаб шпион-компании. Какая хорошая идея. Конечно, я так и сделаю. Да, конечно. Вот шпионское устройство от профессора Квака. Оно может пригодиться вам. Что это? Сушеные лыжи. Эта маленькая таблетка содержит в себе лыжи. Все, что надо сделать, так это добавить воды. Скажите, пожалуйста, зачем мне могут понадобиться лыжи? Я здесь, чтобы делом заниматься, а не на лыжах кататься. Они вам нужны, чтобы быстро скрыться от тех парней. Удачи, Джеймс Ли! Парней? Добавить воды? Агент Лис, операция «Робопес». Мне нужно выбираться отсюда. Конечно, это очень уютный домик, но мне нужно попасть в штаб шпион-компании. Так, а теперь я немного поднастрою, может быть, я смогу сделать большее разрешение, поэтому немножко подождите. Или я ничего не сделаю, окей. Так, просто мышка, я не знаю почему, довольно так херово по столу ее цепится. Так, это у нас инвентарь, как я понимаю. Что это? Это не самая удача, мне нужно выбираться отсюда. Конечно, okay. Это очень... Это мой блокнот. Я использую портреты, чтобы собирать информацию. Это ваш инвентарь, да? Я храню шпионские устройства. Окей, что еще у нас есть? Что это? Сохранить выход играть. Игра. Ничто так не радует, как игра «Космический полет». Уровень 1. Давайте попробуем. Все играйте мышкой, на самом деле. О, я вижу уже отсылки здесь. Это созвездие вон машинки. Машинки видеть? Блять. Вот машинка. Уровень 1. Это, короче, это... Бип-бип машинка, мы тоже ее будем потом играть когда-то со временем. Так, окно просто отъехало, да? Та, ёлки-палки. Вот это единственное место, что я не вижу ни хрена. Понимаете? Не знаю, будут еще какие-то здесь ссылки или пасхалки. Пройден. Но как вы видите, там была пасхалка. Мне нужно, чтобы мне мышку показывали. Уровень 2. Давай. А, короче, просто нам нужно уворачиваться от
двери там даже, наверное, они ни хрена не сделают. А, теперь я типа по два пуляю. А еще фунты будут, блин, интересно. Типа, я знаю, Пижама Сэм есть игра, тоже от этой компании. Рыбка Фредди. Потом правда была машина. Да. Хотя, может быть, рыбка Фредди вышла позже. Это довольно мощное оружие, на самом деле. Да ёлки-палки. Да нет, это, мне кажется, бесконечно будет. Уровень пройден. Скорее всего, да, вот одна была пасхалка и вся. Это просто бесконечный режим. Я не знаю, вот это походу сколько снарядов, у меня это скоростная уровень 3. А это хз радиус. А, он автоматически просто убегает два снаряда. Ну видите, хотя... по три выстрела. Да не, это бесконечно. Хотите, давайте я остановлю запись, и если что будет, я продолжу. Короче, я решил просто слить нахер это надо, потому что я плюс еще оружие себе дерьмово только что подобрал, и оно нихера не делает. Эти парни, да, еще и стреляют, они просто двигаются. Да нет. Так, ладно, на этом, я думаю, пока что мы закончим с этой... Ты победитель! Благодарю. Ту-ту-ту. Конец. Окей, что здесь у нас есть? А, зацикленная вещь. Так, что... Труба, я что... Ну, для вас, как обычно, вы знаете, разрешение нормально будет. Только для меня будет ненормально. В таких играх всегда что-то есть именно такого вот варианта. Что можно поклацать и посмотреть что-то. Если просто ничего на это не смотреть, а идти по сюжету, ну там сюжет на 30 минут, понимаете? Потому что игра довольно небольшая. Так, ну на улицу мы сейчас не пойдем. Больше, кажется, нету, да, активов? Мне нужно выбираться отсюда. Конечно, так. Это очень уютный домик, но мне нужно попасть в штаб шпион компании. Ну, в принципе, вот вода. Сейчас мы тебе просто закинем туда этот таблетос. Вода творит чудеса. Эти сушеные лыжи теперь уже моченые. Полетели. Ну, пошли. Точнее сказать, поехали. Интересно, какую дорогу выбрать? Там, по-любому, меня будут преследовать, так? Поэтому... Интересно, какую дорогу выбрать? На самом деле, это довольно глупо. Типа, там меня бы словили, здесь меня словят. Ну, блин, ну, это ж игры, по идее, как для детей, с одной стороны. А это мое детство. Бьюсь об заклад,
с моей олимпийской подготовкой я легко смогу проскочить мимо этих глупых свиней. Окей, уговорил. И куда теперь? Берегитесь, парни! Так он сам поехал. Дети, типа. Он чисто сам поехал. Я даже не выбирал дорогу. Шеф, вы по мне скучали? Вижу, ты уже изучил содержимое этого пакета. Ну и что ты там нашел? Модель робопса в масштабе 1:1000. Здесь написано «Робопес». Подходящее название для моего очередного приключения. На коробке написано «Кому?» Лерошу, ресторан «Шато Лерош», всемирная выставка. Внутри коробки инструкция по сборке. Лучше возьми это с собой, Джеймс Лис. Да уж, умея читать, можно многое узнать. От компании Смелли не стоит ждать ничего хорошего. Думаю, стоит проверить эту всемирную выставку. Павианна и Квак уже установили мобильный командный центр. Я уже в пути, шеф. Джеймс Лис, с тобой все в порядке? Да, все в порядке, спасибо. Кажется, нам предстоит сложное дело. Да, я думаю, компания Смелли занимается какими-то темными делами. И кажется, вам с профессором Кваком придется в этом разобраться. Ну, я, конечно, тоже приму участие. Я принес инструкцию по сборке робота, разработанного компанией Смелли. Эта компания занимается производством игрушек, Джеймс? Нет, Павианна, она не занимается игрушками. Эта иностранная компания специализируется на темных делах. Это наш злейший враг. Почему бы тебе не оставить эту инструкцию здесь? Ты сможешь в любое время зайти в командный центр и посмотреть ее. И помни, ты всегда можешь связаться со мной с помощью шпиль-часов. Агент Лис, не забудьте проверить автомат со шпионскими устройствами. В нем есть несколько интересных изобретений. Думаю, некоторые из них могут пригодиться вам. Спасибо. А теперь мне пора заняться делом. Я должен навестить Лероша и узнать, что он задумал. Окей, ну нам по идее предлагают собрать эти, да? А что там было написано, я не видел. Скорее всего, какие-то телешоу, да? Либо игры. Блин, я же говорю, разрешение, как обычно, 640 на 480, это не очень активно для того, чтобы видеть какие-то пасхалки. Это инструкция по сборке злодейского робопса, произведенного компанией Смелли. Джеймс Лис, судьба мира в твоих руках. Пора тебе уже начать выполнять свое задание. Да, ты права, Павианна. Пожалуй, я пойду и посмотрю, что собой представляет этот мошенник Наполеон Лерош. Пока. Знаете, кем я хотел быть до того, как стал шпионом? Нет. И кем же вы хотели быть? Продавцом. Правда, я так и не научился торговать. Окей, что это? Неплохо выглядит. Что это такое? Какое-то новое изобретение, которое старит тебя сразу лет на 50, что ли? Этот аппарат создает пропуска. Мое собственное изобретение, конечно. Очаровательно. Как он работает? Ты вставляешь фотографию вот сюда, выбираешь название профессии, имя... И нажимаешь кнопку «Готово». Аппарат выдает уже готовый пропуск. Профессор, вы гений. А что, если мне что-то не понравится, и я захочу изменить пропуск? Ну, если тебе не понравится твой пропуск, ты сможешь сделать себе другой.
Просто повторно выбери имя, профессию, вставь новое фото и потом снова нажми кнопку «Готово». Забавно. Подделывать пропуска могут только секретные агенты и только в особых случаях. Совершенно верно. Так, окей, ну вы поняли, да? Этим мы будем уже попозже заниматься. Тут еще что-то выделяется. Вот плохо то, что не показывается то... О! Подожди. Это утка. Всего лишь по три версии, да? И все. Да. Сумоист. А не, не везде по три версии. А не, есть вот вылезть. Видите, я говорю, вот чем те игры были всегда хороши, то что на любые предметы можно нажать и будут какие-то действия. И даже может быть какие-то пасхалки, оставленные в других играх, понимаете, на старые игры. Все в таком духе. Фотодубликатор ключей. В чем смысл этого устройства, профессор Квай? Это уникальный фотоаппарат, единственный во всем мире, специализирующийся на копировании ключей. Ты делаешь фото ключа, необходимого для копирования, и затем кладешь это фото в духовку. Изображение выпекается в настоящий дубликат ранее сфотографированного ключа. За раз можно сделать только одну фотографию, но зато можно сделать новый снимок поверх старого. Если ты выпек дубликат неправильного ключа, то ты можешь вставить неверный снимок в фотоаппарат и повторно сделать фото ключа. Прошу прощения, вы что-то сказали? Не беспокойтесь, это легковыпекаемый фотодубликатор. Полезное в хозяйстве изобретение. Хорошо, тут можно выбирать, да? Термитная граната. Я уверен, эта штука полна всяких насекомых. Как она работает, профессор Квак? Джеймс Лис, будь осторожен с этим устройством. Брось эту гранату во что-нибудь деревянное и смотри, что произойдет. Хорошо применять, если необходимо что-нибудь стереть в порошок. Это то, что я не хотел бы видеть у себя. Ну, если с этим обращаться аккуратно, все будет в порядке. Да, со вкусом чернил нужно что-то делать. Подожди, так я могу просто взять ее, да? Это термитная граната. Это фотодубликатор ключей. Еще какая-то фиговина. Блокиратор сигнализации. А как это устройство может быть использовано? Это изобретение позволяет отключить сигнализацию. Ты подключаешь один конец туда, откуда сигнал поступает, а другой, откуда он выходит. Таким образом, поступающий сигнал направляется непосредственно в блокиратор сигнализации и тем самым не позволяет прозвучать сигналу тревоги. Это устройство похоже на провод с двумя зажимами. Да, не правда ли оно прекрасно в своей простоте? Однажды я нарисовал свои чертежи на взрывающейся бумаге. Это вызвало взрыв эмоций. Это блокиратор сигнализации.
Так, хорошо. Еще есть что-то? Нифига тут. Шпи-приборы. Как они работают, профессор Квак? А, это устройство я не все могу брать. Вполне пригодно для еды. Кладешь и вилку на тарелку того, чьи отпечатки тебе необходимы, а во время еды его отпечатки будут переданы на шпи ложку. Профессор Квак, по-моему, это одно из ваших лучших изобретений. Я думаю, стоит продолжить эту серию. Быть может, мое следующее изобретение будет самым лучшим. Но не будем заходить так далеко. Так, окей, поехали. Что автомат еще? Автомат со шпионскими устройствами. Не-не, я хотел кнопочку нажать. Шпи-пылесос. Как он работает? Нужно присоединить шпи-пылесос к другому прибору, нажать на кнопку, и он сам сделает все, что нужно. Если же вам нужно вылить его содержимое, нажмите на другую кнопку. Только не забудьте подключить его к чему-нибудь. И еще, этот прибор работает совершенно бесшумно. Оригинально, профессор Квак. Ну, в какой-то степени полезная вещь. Я предпочитаю что-нибудь более высокотехнологичное, но в нашей работе и это пригодится. Ну, смотрите, в принципе, что у нас уже имеется. Здесь я храню шпионские устройства. Что подключить сигнализацию? Дубликат ключей есть. А термитная граната. Да, это если вдруг нас поймают или что-то того, это что? Шпи-тепло. Кажется, с этим изобретением не замерзнет. Как это работает, профессор Квак? Я действительно горжусь этим изобретением. Ты можешь распылить содержимое банки, скажем, на термометр, и увидишь, как температура начнет повышаться прямо у тебя на глазах. О, такой прибор может оказаться полезным. Можете сказать это еще раз. Хорошо. О, такой прибор может оказаться полезным. Это материал легкий в написании, но трудный в усвоении. Окей, что еще? Так, остался один предмет. Я уверен, это классное изобретение. Шпи-коньки. Как они работают, профессор Квак? Я всегда восхищался красотой и грацией фигурного катания, но со всеми этими шпионскими делами у меня совершенно не было времени научиться кататься на коньках. Поэтому я и создал такое изобретение. Просто надеваешь их, вставляешь схему, и все готово. Теперь ты можешь превосходно кататься на коньках. Что ж, это должно помочь мне решить одну проблему. Хорошо, агент Рис. Мне нравятся эти новые черничные чернила. Так, окей, получается, мы берем у тебя... Это шпи-тепло. Не знаю, могу еще брать? Я могу взять только 4 устройства. Я всегда могу вернуть любое устройство. А, ну как вот. Приятно сажать злодея. Ну все тогда, поехали. Смирная выставка. Так, ну мне кажется, со стеклом. Так, елочка, освежитель. Кубики и ничего. Так, ковер не действует. Дерево. Слон. Бегемот. Страус. Окей. Всемирная выставка. Вход. Ну что, я думаю, тогда поехали. Так как мы все смотрим с вами, у нас достаточно много времени. Так, я могу сюда войти.
Сюда войти, сюда войти. Большой выбор. Довольно большой выбор. Вы счастливы, что работаете охранником? О да, вполне, спасибо. Но, конечно, исследовать вулканы гораздо интереснее. Так, служебный вход. Ладно. Давайте тогда сюда. Дверь закрыта на замок и довольно прочно. Добро, тогда сюда. Прошу прощения. Вы что-то хотели от меня? Мне неприятно говорить вам об этом, но, к сожалению, я не могу пропустить вас через этот служебный вход. Извините, но я не могу позволить вам пройти без пропуска официанта. Понимаете? Работаете официантом, и фотография есть. Кажется, я потерял свой пропуск. Можно я пройду без него? Я вас понимаю, сэр, но, к сожалению... Надо найти способ достать необходимый пропуск. Окей, это легко. Осталось... Опа, это отсылочка. Это отсылка на этого. Подожди, кто? Это не Кинг-Конг, как он? Годзилла. Я говорю, везде есть пасхалки. Ух ты, автомат, который бесплатно фотографирует. Одно из удовольствий жизни. Белка летон. Ну, в принципе, что нам нужно с вами? Сейчас сделаем фоточку. Так, подожди, мне нужно не это вообще. На арене. Во Франции. У дантиста. Нет. На арене. Во Франции. Пускай будет во Франции. Балерина. Жокей. Посудомойщик. Рыбак. Спортсмен. Официант. Так, нам нужен официант. Гольфист. Турист. Официант. Пускай будет официант. На арене. Нет. У дантиста. Во Франции. Дай, пускай будет во Франции. Выгляжу немножко смешно. Нормально. Надеюсь, не придрется. Атю. Ну, держи. Я во Франции. Я бы посоветовал вам отворачиваться от объектива, чтобы не показывать этих красных пятен. Все, могу пройти. Ваши правила работы случайно не изменились? Нет, сэр. Воспользоваться служебным входом вы можете только имея пропуск официанта. Мне очень жаль, но вы должны предъявить пропуск. А, стой, это ж я только фотографию показал, чё? Чё туплю? Реджинальд. Моррис. Брайан. Нэнси. Мюриэль, Фред, Руди, Трей, Дейв, Реджинальд. Го, Реджинальд. Балерина, кондукт, официант. Официант. Чтобы сделать пропуск, нужно вставить мою фотографию. Отлично, фотография вставлена. Ну все, готово. Аппарат профессора Квака превосходно работает. Мой пропуск готов. Ну все. Надеюсь, он подойдет. Да,
Только я как понимаю, нам придется довольно постоянно бегать туда-сюда. Блин, и немного инвентарь ломается. Из-за того, что все в рамке. Вот, пропуск официанта. О, я рад, что вы нашли пропуск. Дайте угадаю, вы забыли его в других брюках. Верно, вы, наверное, экстрасенс. Извините, я немного опоздал. Мне срочно нужно на рабочее место. О, да, понимаю. Я не задержу вас. Я положу ваш пропуск в папку, Рейджинальд. Удачного рабочего дня. Удачного рабочего дня. Надеюсь, еще увидимся. Раз, два, три. Ну, в принципе... Дина на кухне готовит обед. В принципе, здесь тихо. И я думаю, на этом можно и закончить с вами. А, так сказать, первую серию, да, включительную. И дальше там посмотрим, как пойдет и получится. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.